Мы останавливаем родителей, говорим о том, чтобы использовать детские удерживающие устройства, на что они с улыбками отвечают, что мы уже используем. Бывает даже и показывают, открывая двери, то, что у них уже присутствует в салоне автомобиля детское удерживающее устройство. Даже дети машут ручкой, показывают, что они находятся в детском удерживающем устройстве.